Музыка – высшее в мире искусство. И с этими словами Льва Николаевича Толстого нельзя не согласиться. Прикоснуться к прекрасному можно было здесь, в районном историко-культурном центре, на концерте детской школы искусств поселка Горки-Ленинские. Наша школа, детская школа искусств поселка Горки-Ленинские, сотрудничает с концертным залом «Зарядье». Наши детки часто очень посещают мероприятия, и, вдохновившись шедеврами классической музыки, мы решили создать такой свой проект. Юные артисты подготовили разнообразную программу, в которую вошли произведения многих известных классиков, таких как Шопен, Бах, Гендель. Исполнять классические произведения в юном возрасте довольно непросто, но Самвел Артинян считает, что главное в произведении – смысл. И если ты его понимаешь, то становится гораздо проще. Я люблю классику, особенно итальянскую, и вот у меня было произведение одно, «Себе Крудель» называется, вот я его и выбрал. Я, когда занимаюсь музыкой, мне это приносит большое удовольствие. В концерте ученики детской школы искусств не только пели, но и играли на музыкальных инструментах. В семье Третьяковых все четверо детей – скрипачи, которые тоже подготовили несколько произведений для этого концерта. Мы все друг другу помогаем. В ансамбле играть, там, если ошибешься даже, тебя кто-то там поддержит, и никто не заметит, что ты ошибся. Скрипка – один из самых древних инструментов вообще на всей планете, во всем мире. И на скрипке это играть очень престижно, особенно когда тебя учит один из лучших учителей. Вечер в культурном центре оказался очень теплым и радостным. Зрители все без исключения получили большое удовольствие от концерта классической музыки. Сегодня просто испытываю громаднейшее удовольствие. Это путешествие в мир замечательной классической музыки. И погружает тебя и в то вальс, то в минуэт. И ногам просто хочется идти за этой музыкой. Спасибо организаторам, спасибо преподавателям этой школы музыкальной. Ну, чудесно. Совсем скоро юных артистов ждут заслуженные каникулы. Но они пообещали не расслабляться, а работать над собой и готовить новые интересные вокальные и инструментальные выступления. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.